Когда в лиге остались одни Немезисы, а скинчики всех сезонов уже давно выбил, когда разрабы забили болт на игру, а новых ощущений хочется, самое время разворошить палкой это дерьмо. Второй сезон ивента Кэш за Мэш. Зарубы вечером по воскресеньям для всех ПК-игроков. Среди всех присутствующих в комнате случайным образом подбираются два игрока. Одолев соперника в сете до двух или трех побед, игрок получает 250 рублей и право сразиться со следующим, победив которого он получит еще 250 рублей и возможность подраться в третий раз, уже за 750 рублей. Но в третий раз играть придется на случайных персонажах. При поражении на любом этапе вы теряете все. Если такой риск вас не пугает, принимайте участие, но обязательно ознакомьтесь с правилами ивента. В них на самом деле нет ничего сложного. Получить легкие деньги за победу над новичками. Или отлететь от первого же задрота. Жду вас на самом несправедливом и самом веселом ивенте МК-11.